Северодвинске задержан подозреваемый в убийстве местной жительницы. Тело 26-летней девушки найдено на Пионерской, 23, на новогодних праздниках. Она скончалась от многочисленных ножевых ранений. Предположительно, 4 удара в грудь нанес 44-летний знакомый потерпевший. Вместе употребляли спиртное. Спустя сутки после происшествия в квартиру пришел общий знакомый, он и обнаружил тело. В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Злоумышленник находится под стражей. В Северодвинске задержан изготовитель огнестрельного оружия. Также мужчина хранил боеприпасы. Из незаконного оборота изъяты автомат Калашникова, снайперская винтовка Мосина, пистолет Макарова, а также патроны к ним. Оружие северодвинец хранил в одном из гаражно-строительных кооперативов города. В настоящее время владелец тайника установлен. Им оказался житель города Корабелов 1979 года рождения. Проведенной экспертизой установлено, что изъятое огнестрельное оружие изготовлено из охолощенного и травматического оружия. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит до 4 лет лишения свободы. В Архангельске ребенок едва не угодил под колеса кареты скорой помощи. Медики ехали с проблесковыми маячками, школьница выбежала на дорогу на зеленый сигнал светофора. От несчастного случая уберегла реакция водителя. А на этих кадрах Котлас рулевой решил не пропускать женщину, которая переходит дорогу по зебре. В нескольких метрах от нее пешеход перебежал дорогу в неустановленном месте. К счастью, приближающаяся машина была далеко.